выучила буквально за 10 минут, а мастерство оттачивается годами. А услышать ты в танцах, ну, очень хочется. Почему ты выбрала именно хип-хоп? Потому что в этой сфере мне удобно, уютно. Этот кач, мне он очень нравится. Иногда даже, когда я иду по улице и слышу музыку занятий, мне хочется танцевать и двигаться. Я свободно чувствую себя в этих движениях. Что самое сложное? Самое сложное, по моему мнению, это сделать акцент на движение и правильную подачу. Ну и, конечно же, не волноваться перед выходом на сцену. Я знаю, что у вас недавно был отчетный концерт. Не волновались, зажгли? Конечно же, волнение присутствовало, но когда мы вышли на сцену, то мы почувствовали, что это наш друг, и мы показали все наши номера зрителям и, конечно же, зажгли. О каких достижениях и наградах ты можешь рассказать? Мы участвуем в очень многих конкурсах. Например, танцевальный взрыв, где мы заняли 6 первых мест. Не так давно мы ездили на Бизон в Минск. И еще недавно был конкурс Mass Dance, где мы тоже заняли много призовых мест. А правда ли, что ваша преподавательница ездила на шоу-танц? Да, это правда. Она ездила туда 3 раза и снова попытается пройти. Я думаю, что она должна пройти, потому что она талантлива и пример для нас всех. Очень круто. А вот что тебе сказал Егор и Мигель на выступлении? Егора и Мигеля не было. Был Катя Решетникова, Карпенко, а также ребята из прошлых сезонов, первый, второй, третий сезон. Им все очень понравилось. Они были очень компетентны, сказали все плюсы и минусы. Я для себя сделала какие-то выводы для дальнейшего своего развития. А кому бы ты хотела попасть в команду? Ну, конечно же, к Мигелю. Это моя стихия, это мое направление. Мне, как хореограф, он очень интересен. Я бы хотела с ним поработать. А в этом сезоне поедешь? На самом деле я уже съездила. Это кастинг проходил 30 апреля в Москве. Я приняла участие. И вот теперь я жду результатов с 10 по 15 мая. Сейчас вы увидели танец, который я показывала для судей проекта «Танцы на ТНТ». И надеюсь, в этом году я уже пройду. Буду болеть за тебя. И я думаю, что твои танцоры тоже гордятся тобой. Да? Да! Сложно не попасть в ритм, когда у тебя такая команда. Будьте в танцах каждый день.